Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3, урок 7. Сделай оценку разностей. Если одновременно заменить уменьшаемое меньшим числом, а вычитаемое большим числом, то разность уменьшается. Если же заменить уменьшаемое большим числом, а вычитаемое меньшим числом, то разность увеличивается. Это свойство используется для нахождения границ разности. При этом компоненты действий заменяются, возможно, более близкими круглыми числами. Например, разность 529 минус 346. Находим нижнюю границу данной разности. 529 заменяем на число меньшее, круглое. Это число 500. Но зато вычитаемое мы заменяем на число большее, круглое число, чем число 346. Это будет число 400. Затем мы из меньшего числа отнимаем большее число и находим нижнюю границу. Она равна 100. Чтобы найти верхнюю границу, мы число 529 заменяем на большее круглое число, а вычитаемое 346 заменяем на меньшее круглое число. И получается 600 минус 300. 300 – это будет верхняя граница. Перейдем к нашим разностям. А. 711 минус 284. Для этого мы число 711 заменим меньшим числом, чтобы найти нижнюю границу. Ну, естественно, круглым числом. А число 284, наоборот, большим числом. Получается 700 минус 300 будет 400. Это нижняя граница. 711 заменим наибольшим круглым числом. Это у нас получается верхняя граница. То есть 800 мы отнимаем 200, так как уменьшаемое мы уже заменили на меньшее число. Вот здесь на большее, а вот здесь на меньшее. И мы находим, что граница находится между числами 711 минус 284 находится между числами 400 и 600. Пример Б. 856 минус 397. Число 856 переводим в число 800. Это число меньшее, число круглое. А число 397 – число 400. Большее круглое число, чем 397. Находя верхнюю границу, число 856 превращаем число 900 в число большее, а вычитаемое в число меньшее. И находим границы. 800 минус 400 получаем 400, а 900 минус 300 получаем 600. Разность 856 минус 397 заключена в границах от 400 до верхней границы 600. То есть данная разность больше 400, но меньше, чем 600. Пример В. 4611 минус 1315. Уменьшаемое переводим в число. Круглое число большее, чем число 4611. Это будет число 4600, меньшее число. А вычитаемое 1315 в число большее, это число 1400. Когда мы находим верхнюю границу, мы уменьшаемое переводим в число, круглое число, большее, чем 4611. Это число 4700. А вычитаемое 1315 в меньшее круглое число. Это число 1300. Производим вычисление. 4600 минус 1400 получается 3200. Это нижняя граница нашей разности. А 4700 минус 1300 равно 3400. Это верхняя граница нашей разности. Делаем вывод.
4611 минус 1315 больше 3200 и меньше 3400. Разность Г. 9568 отнять 3419. 9568 переводим в число меньшее круглое. Это число 9500. А вычитаемое в число большее, чем 3419. Следующее круглое число за 3419 идет число 3500. Находя верхнюю границу, мы уменьшаемое делаем больше. 9600 было 9568, а у нас 9600 при нахождении верхней границы. Но зато уменьшаемое 3419 мы делаем наименьшим круглым числом. Это будет число 3400. Выполняем вычисление. 9500 минус 3500 будет 6000. 9600 минус 3400 получается 6200. То есть 6000 – это нижняя граница, а 6200 – это верхняя граница. Делаем вывод. Разность чисел 9568 и 3419 больше 6000 и меньше 6200. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.